Как эти отметили Уртумтой, праздник урожая традиционно прошел на республиканском ипподроме. Настроение людей в репортаже наших корреспондентов. Уртунтой – это праздник вне большой политики. Он проводится каждый год в сентябре, как и раньше. В эту субботу на республиканском ипподроме собрались тысячи гостей из разных уголков Хакасии. Праздник урожая традиционно начался с древнейшего хакасского обычая – кормления огня. В костер бросают все – от корочки хлеба до кусочка мяса. По поверьям, чем щедрее задобришь духов, тем богаче будет стол зимой. Настроение хорошее, праздничное. Очень рада, что у нас такие праздники проводят. Мне кажется, такие праздники нужны всегда, чтобы люди помнили свою нацию, свой народ, свои праздники. Никто не забывал это. Ну, это здорово, объединение народов. Я не первый год на этом празднике. Всегда здесь очень здорово. Много знакомых всегда встречаешь. Уртунтой – это не просто праздник урожая. Сегодня коренное население подводит итоги всего уходящего года. Большие торги были. Торги были, как сегодня говорят в современном мире, это биржи. Крупные сделки, договора, поставок, мяса, пушнины и так далее. В конце 19 века праздник подзабыли, но 7 лет назад многовековую традицию было решено возродить. Уртунтой сегодня, можно сказать, государственный праздник. Поздравляю вас с праздником и ясным солнечным днем. Пусть такая погода простоит подольше, чтобы сельчане смогли убрать урожай, ради которого трудились весь год. Осень для хакасов с древнейших времен не только время собирать выращенное на грядках, но и период свадеб. Принято считать, что брак, заключенный после уборки урожая, будет особенно крепким. У нас любовь и терпение, ну и понимание. То есть это самое важное, то есть что мы друг другу проявляем. А еще в Уртунтое принято не скупиться на добрые слова и пожелания богатого стола, семейного благополучия и процветания. Елена Крылова, Виктор Буров, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия.